вот у меня и второй товарчик из Гламарта. Кабель на 2 ампера. Карнавал стикер в подарок, не знаю, что это. Короче, микро USB, метр, передача данных, прорезиненная оплетка. Короче, за 50 рублей по акции, при учете, что ты купишь два товара. Ну, наушники в том числе. Такой вот кабелек, такой вот у него код. Ну, давайте посмотрим, сможет ли он подсоединиться к компьютеру для начала. Я постараюсь вставить скриншот, а то записать самого себя, думаю, не получится. Ну что, погнали вскрывать. Трин. Замерим его длину заодно и посмотрим, что за как. Ну, тут резиночки, все дела. Наш микро USB. Кабель мягенький. Что сказать, чем-то похож на материал, на оригинальный нокиевский кабель. Вот тут маркировка Forza. Короче, давайте замерим его длину сейчас. Секундочку, надо приготовиться к этому. Вот так он выглядит. Штекер почему-то очень-очень длинный. Я бы хотел бы покороче. Тут то же самое. Оплетка, кстати, тут под конец очень тверденькая. И сразу видно, что у нас... Присниму. Так, ну и сразу видно, что нас обманули нехорошие люди. На сантиметров как минимум 5. Ну-ка. Ну да, сантиметров 5, даже 6, я бы сказал бы. 6 сантиметров. Здесь кабель 95 сантиметров. Надо на контору Forza и Галамарт подать в суд однозначно. Ладно, посмотрим, как он к компу подключается хотя бы. Ну что, истина. Кабелек воткнули. В телефон воткнули. Блин, тяжело ходит. Но работает абсолютно точно. Да, работает. Как ни говори, но работает. Ну что, думаю, заряжать будет. Хорошо, что работает. Ну-ка мы его еще раз вытянем. И воткнем. Работает. Передачу файлов включаю на телефоне. Да, все шикарно. Работает. Даже папки скорее. Да, работает. Даже папки открывают. Ладненько. Вот и все. Вы бы еще, наверное, хотели, чтобы я протестировал режим модема. Ну... Раз так работает, значит работает. Можно, конечно, еще посмотреть, как быстро он копирует что-либо. Просто обычный телефон копирует очень быстро. Ну, посмотрим, что у нас тут есть. О, папка навител, 150 мегабайт. Мало. О, ну-ка, сколько это весит. О, 2 гигабайта как раз-то. Есть файлы прошивки нашей телефона. Посмотрим. Ну-ка. Ставить. Ну что, быстро. Достаточно. Хотя нет, что-то медленно. У меня обычный кабель поживее это делает. Гиг 800 за 3 минуты копировать. Он это делает быстрее, сразу видно, но тем не менее. Ладно, работает, короче. Я только что заметил, что такое карнавал стикер. Ёлки-палки. Блин, как же они криво сделаны. Это, блин, ну вы на это посмотрите. Половина картинки просто отрезается наугад. Самое главное, его однозначно можно наклеить куда-то. Только куда, я не знаю. Вот честно, вот. Что с этой бабочкой делать? На ноутбук его налепить или куда? Хз. Ну, на халяву. Конечно, этими наклеечками можно перебитый провод перебинтовать. Вместо изоленты. Как вариант. Ну, на халяву все же. Хотя мы за это бабки все равно платим.